Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале СтройГарантАнапа. Совсем недавно вышел презентационный ролик коттеджного поселка Азовский. Это в городе Темрюке. Вот мы приехали сюда еще раз вновь, чтобы посмотреть, рассказать вам, почему мы именно взяли участки в Темрюке. Нашей компании был проведен мониторинг, в том числе цен, спроса, предложения, ваши все вопросы, которые вы оставляете на канале. И мы приняли такое решение, чтобы дать такую ценовую политику от 3 до 4 миллионов. Помните, мы сделали презентацию 2 месяца назад, коттеджный поселок Встречный. Там вообще цены 3200 за готовый дом с участком, с отделкой под ключ. В Темрюке это 3,5. Но что я хочу сказать. Это город, друзья. Здесь город Темрюк. Это 40 тысяч населения. Это вся инфраструктура. Здесь много военных, здесь морской порт, здесь очень много развлечений и так далее. Вот напротив меня вижу KFC. Смотрите, какое прекрасное здание. Это мы находимся сейчас вот в центре. Дом культуры. Дети, проходите, дети. Как вам в городе живется в Темрюке? Давно живете здесь? Всю жизнь? Ну, привет передайте подписчикам СтройГарантАнапа. Зовите всех сюда жить. Да, вот. Здесь, в принципе, настроение у людей такое же, как и в Анапе и так далее. Но обратите внимание, что всего лишь 30 километров до Анапы. Это если вам надо Черное море. Но если кто-то, может быть, устал, живя в Анапе, или не хочет, когда сезон, когда полным-полно туристов, когда везде по всему городу вот эта бухара-ламбада происходит, то вам в городе Темрюке реально будет комфортно, спокойно и безопасно. Здесь посмотрел статистику по преступности и так далее, и она такая же низкая, как и в Анапе, в принципе. Поэтому смотрите, следите за нами. Цены стартовые, друзья, от 3,5 миллиона рублей, поэтому успевайте, предложение такое будет ограничено. Это хорошая возможность для инвестиций. Здесь примерно будет до 20% за полтора года, то есть на миллион за полтора года здесь вырастут цены. Берите 2, 3, 4 участка, если есть такая возможность. И в принципе ценовая политика в Темрюке, конкретно в коттеджном поселке Азовский, коттеджный поселок Встречный, очень доступная. Очень доступная, повторюсь, друзья. То есть это в Сибири, на Урале, где-то в большом городе продали трехкомнатную квартиру, и вы заехали здесь в свой дом со своим участком, где будете выращивать кубанские продукты. До моря здесь 10 километров. Это шикарный пляж на станице Голубицкая, Азовское море. Это просто круто. Рядом грязевые вулканы. Вообще по городу погуляли, поездили, приятная атмосфера, очень здесь нравится мне, детских площадок много, город зеленый. Сейчас мы поедем еще раз на участок, и я вам подробно покажу, где будут наши дома, и еще раз расскажу по коммуникациям. Оставайтесь с нами, нам есть что показать. Друзья, вот мы на этом месте, альма-матер, так сказать, где будет у нас совсем скоро 150 коттеджей в едином архитектурном стиле. Обратите внимание вот на эту территорию, вот они идут уже столбы, электрификация. И вот здесь будут коттеджи стоять по обе стороны, в эту сторону, там. И покажи по камере в ту сторону, где зеленый идет забор, это там будут дома все в кирпиче, то есть облицовка из кирпича. Вы помните, мы строим в декоративной штукатурке облицовки из кирпича. В ту сторону будет в кирпиче, здесь все в декоративной штукатурке. Этот участок выделили под коммерцию. Здесь будет продуктовый магазин, места для свободной торговли и хозтовары. Это уже все 100% утверждено. Поэтому место очень хорошее. Весь вот этот, вот это поле, которое здесь идет, тут ничего не будет. Там идут трубы, там газ, вода и так далее. Это тоже очень приятно, что территория-то, посмотрите, какая шикарная. И от дороги, не прям вдоль дороги, а достаточное место. И шумоизоляция будет хорошая. А вы знаете, как мы строим. И люди, которые здесь будут жить, будут очень довольны. Как я уже сказал, будет 150 коттеджей в едином архитектурном стиле. Шлагбаум. По коммуникациям. Вода центральная, свет 15 киловатт, индивидуальный септик. Все по классике, все как обычно. Еще мы промониторили, и это 100% будет, что много коттеджей купят именно местные жители. Потому что здесь нету вообще конкурентов, здесь не строятся многоэтажки. Потому что Анапа же рядом. Все в Анапу, все в Анапе. Но именно поэтому мы здесь. Мы будем участвовать в благоустройстве города, мы привнесем свою лепту, так сказать. И жители местные очень будут рады, и они в первую очередь будут брать у нас коттеджи. Но если вы хотите тоже жить на юге и попасть вот в этот бюджет от 3,5 миллионов, то у нас есть для вас предложение. Звоните в офис отдела продаж, номер увидите на экране. С вами был Александр Никиенко. Всем пока, до новых встреч.